бабу. Бззз. Эй, я здесь. Где? Здесь. Я очень маленькая, поэтому ты меня не видишь. Насколько маленькая? Попробуй угадай. Маленькая, как лимон? Нет. Как вишенка? Нет, еще меньше. А, я знаю, ты блоха. Но нет, я не настолько маленькая. Но, кстати, я ем блох. Ой, надеюсь, ты не ушиблась? Нет, все хорошо. У меня на спинке твердый панцирь. Видишь, ни царапинки. Мой панцирь очень крепкий, а еще я могу его раскрыть. И что же у тебя под ним? А, я знаю! Нет, не угадала. Под панцирем у меня крылышки. А, постой, ты малюсенькое красное летающее животное. Ты жук, да? Никакой я не жук. Посмотри еще раз на мою спинку. Видишь? Ой, у тебя сыпь! Это не сыпь, это мои пятнышки. А, погоди-ка, ты маленькая, у тебя 6 ножек, голова и пузико. Они все черные, а на спине красный панцирь с черными пятнышками. А под ним прозрачные крылышки. Я знаю, кто ты, ты божья коровка. Правильно, и как ты догадалась? Ты видишь луну? Нет. А я поднимаюсь вместе с луной. Ты собираешься на луну? Нет. Ты собираешься в лес? Ну, конечно. А разве ты не боишься темноты? Ни капельки. Но почему? Попробуй угадай. Это потому, что ты привидение. Нет, я определенно не привидение. У тебя есть фонарик, поэтому тебе не страшно. Нет, мне не страшно, потому что я вижу в темноте. А, понятно, ты кошка. Нет, смотри, у меня большие круглые глаза. Нет, очки я не ношу. Ух ты, у тебя глаза, как два золотых шара. А еще у меня две лапки. Каких лапки? С острыми коготками. Смотри, а вот и луна. Отлично, все по расписанию. Я думала, тебе уже пора. Да, мне пора пугать мышей. Как ты это делаешь? Сначала я маскируюсь как следует, потом я прячусь, а потом... Коты не говорят «у-у», они говорят «мяу». А, подожди, у тебя две лапки, два крыла, клюв и пара огромных глаз. Я знаю, кто ты! Ты сова! Правильно, и как ты догадалась? Я прекрасен, не так ли? Ну, так, ничего. В лесу меня считают первым красавцем. Правда? Почему это? Попробуй догадайся. Ну, я даже не знаю. У тебя красивые длинные волосы. Нет, у меня короткая коричневая шерсть. А как я теперь выгляжу? Маленьким. Мне не хватает ног. Это не мои ноги. И у меня их 4, а не 2. Тебя подтолкнуть? Кажется, ты немножко тяжеловат. Нет, просто ноги у меня стройные и быстрые. И я не только красив, но и практически непобедим благодаря своим рогам. Рогам? Нет, ну не таким же. Мои рога широкие и ветвистые. А-а-а! У всех мужчин в моем роду такие рога. Весь год они растут, а весной... Ой, они отвалились. Верно. Каждую весну они опадают. Какая жалость. Ничего, за лето они отрастут и станут еще больше. Ну-ка, подожди. Ты зверь с коричневой шерстью, 4 стройными быстрыми ногами и парой рогов, которые весной опадают. Я знаю, кто ты! Ты олень! Правильно! И как ты догадалась? Что ты там ищешь? Попробуй угадай. Своего Мишку? Нет. Я ищу мою мамочку и братьев. Ты их не видела? Нет. Значит, я буду искать их дальше. Эй,
Мне не нужна коляска. Я могу ходить как большой. У меня длинные тонкие лапки. Нет, не настолько длинные. Да, вот такие. Какие у тебя милые лапки. А летать ты умеешь? Не умею. У меня крылья слишком маленькие. У тебя есть крылья? Да. Только совсем не такие красивые. Они коротенькие и кругловатые. Ой, от всей этой беготни я успел проголодаться. Эй, соски для младенцев. Я ем травку, насекомых, червяков, улиток. Все сразу? Конечно. Мне нужно много есть, чтобы вырасти большим. А как ты ешь? Клювом. Я могу им даже камни ломать, такой он крепкий. О, нет! Как бы я хотел сейчас прижаться к моей мамочке. Где ты, мама? Но разве твои перья тебя не греют? Нет, они очень мягкие. Какая же ты прелесть! Ты похож на помпон на ножках. Эй, вон моя мама. Семья зовет меня. Постой, у тебя две лапки, маленький острый клювик, короткие крылышки и желтый пушок. Я поняла, кто ты. Ты цыпленок. Правильно, и как ты догадалась? Что ты делаешь? Я охочусь на червячков. Вау, а как ты это делаешь? Попробуй, гадай. С очком? Нет, с очком ловят бабочек для охоты на червячков. Нужен острый носик, чтобы нюхать землю. Упустил! А чего ты ожидала? Чтобы поймать червяка, мне нужны лапы, которыми удобно копать. А какие это лапы? Короткие, с острыми когтями. Промахнулся. Эй, что с тобой случилось? Когда я расстроен, я прикидываюсь мячиком. Резиновым мячиком? А можно я тебя пну? Пожалуйста, один разок. Будь осторожна, я очень колючий. Колючий? А, как мой папа, когда не успевает побриться. Нет, у меня настоящие колючки. Вообще-то их у меня больше. И они гораздо длиннее. Вот! Вот такие у меня колючки. Бу! Постой-ка, ты охотишься на червей, у тебя короткие лапки, острый носик и покрытая колючками спина. Я поняла, кто ты! Ты ежик! Правильно! И как ты догадалась? Что ты делаешь? Бо-бо-бо! Я обожаю играть в прятки и притворяться. И кем ты обычно притворяешься? Попробуй угадай. Морским огурцом? Нет. Подводной лодкой? Попробуй еще разок. Смотри внимательно. А, понятно. Ты меняешь цвет. Именно. Вау, ты притворился морской звездой. Нет, это мои собственные щупальца. У меня их 8. Фу, у тебя прыщики на щупальцах. Это не прыщики, а присоски. Понимаешь, щупальца – это мои руки. А почему их у тебя так много? Нет, я не карусель. Похоже, ты очень мягкий. Я бы сказал упругий. Смотри. Ого, ты можешь прятаться где угодно. Да, а если захочу, я могу сделать так, что меня никто не увидит. Вау! Ничего себе! Погоди-ка, ты живешь на дне моря, у тебя упругое тело, которое меняет цвет. Ты гений маскировки, у тебя большие глаза и гибкие щупальца. Я поняла, кто ты. Ты осьминог! Правильно! И как ты догадалась? Что же ты остановился? Попробуй угадай. Ты застрял в пробке? Нет. Я из провинции. Ты устал. Кто я? Ни капельки, я бодр и полон сил. А значит, ты мог бы тянуть тележку. Пустую тележку? Но это любой может. Расплюнуть. Опусти меня.
Ну давай, пошел! Не-а. Вперед! Нет, я не хочу. Эй, что ты делаешь? А ты упрямый! Хочешь, чтобы я пошел, попроси как следует. Пожалуйста, пойдем дальше. А? Что ты сказала? Я не слышу. Ничего удивительного, у тебя же ушей нет. Есть у меня уши, и еще какие длинные, прекрасные уши. Поверь мне. Это не уши, это носки. Погоди-ка, ты упрямое животное с длинными ушами, которое говорит «я». Я поняла, кто ты. Ты ослик. Правильно, и как ты догадалась? Ну ты и гигант. О, не бойся, я большой, но добрый. Добрый гигант со страшным голосом. Это потому, что у меня очень большой рот. Насколько большой? Попробуй угадай. Но сразу говорю, он очень-очень-очень большой. Какие у тебя смешные зубы! На ксилофон похожи. Это мои цидильные пластины. Зачем тебе цидильные пластины? Чтобы добывать еду. Смотри, я набираю воду и процеживаю ее сквозь пластины. А потом глотаю мелких рачков, которые остались во рту. А где у тебя нос? Нос у меня на макушке. И ты дышишь через эту дырку? Именно. Смотри. О, переносной душ. Надо прикрывать рот, когда чихаешь. Я не могу, у меня нет рук. Ой, у тебя плавники, как у рыбы. А хвост какой! Эй, перестань! Щекотно! Подожди! Ты гигантское животное с пластинами во рту, плавниками, как у рыб, мощным хвостом и дыркой на макушке вместо носа! Да! Я поняла, кто ты! Ты кит! Правильно! И как ты догадалась?